Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу приготовить самый вкусный овощной салат. Что нам нужно для него, вы уже увидели. Редиску берем, моем и режем полукольцами. Зеленый лук тоже моем, чистим и режем. Укроп промыли, просушили и нарезаем на маленькие кусочки. Дальше берем капусту. У меня был такой кусочек. Я решила добавить его в этот салат. Потом салат, какой у вас есть. У меня тот, что вырос на огороде. Просто берем, рвем его на кусочки поменьше. Потом яблоко натираем, не очищаем. Берем просто красное яблоко, натираем. Нам надо на салат грамм 100, ну а яблоко с кочанчиком это где-то 150 грамм. Потом берем тарелку, все смешиваем. Можно взять, нужно даже взять побольше тарелку. У меня просто в данный момент не было большой тарелки. Эта тарелка была маловата. Неудобно было мешать. Все ингредиенты складываем, перемешиваем хорошо. Потом, когда все перемешали, надо салат заправить. Берем 1 столовую ложку французской горчицы, 2 столовые ложки подсолнечного масла, соль по вкусу. У меня 2 щепотки. Перемешиваем потом все. И салат готов. Накладываем в тарелку и можно кушать. Такой салат очень любит моя семья. Спасибо за внимание. Желаю вам удачи на кухне. Подписывайтесь на мой канал. Будем готовить вместе. Скоро увидимся.